Купаловском университете презентовали уникальный номер республиканского научного журнала «Белорусский исторический часопис». Новый выпуск посвятили Гродненской исторической школе. В рамках двустороннего договора о сотрудничестве было решено сделать специальный номер и полностью предоставить страницу журнала сотрудникам и аспирантам факультета истории, коммуникации и туризма Купаловского университета. Сегодня в Гродненской исторической школе выделяется два основных направления – историография и методология исторического познания и конфессиональная история Беларуси. В журнале размещены статьи как ведущих исследователей уже с известным именем в республике, например, Валерий Николаевич Черепица, Тадеуш Тадеевич Крючковский, Сергей Аркадьевич Пивоварчик, так и публикации молодых исследователей, которые сегодня работают на ниве исторического познания. Ну, в частности, изучают историю Западной Беларуси межвоенного периода. Появляются в Гродненской исторической школе и новые перспективные направления. Одним из таких является изучение палеолитической археологии. Статья на эту тему также появилась в специальном номере. Нам, кажется, удалось сделать такой интересный баланс. С одной стороны, на страницах представлена гродненская специфика, специфика истории этого региона. С другой стороны, охват тем достаточно широкий, и он позволяет всем читателям погрузиться в проблематику западно-белорусского региона. В будущем такое двустороннее сотрудничество продолжат. В следующем году журналу «Белорусский исторический часопис» исполнится 30 лет. Свой юбилей будет праздновать и Гродненская историческая научная школа. Впереди еще много планов по совместной работе, но самый главный задел уже сделан.